По инициативе помощника главы города Каспийска Арсена Базаева нуждающимся инвалидам города были выделены и вручены специально оборудованные коляски для маломобильных граждан. Отметим, что они были выделены по просьбе самих инвалидов. Одна женщина нам подарила 5 инвалидные коляски прогулочные с ручным приводом. Это генеральный директор Олимпстрой Наргиз Халидовна. И вот эти коляски я распределил нуждающим инвалидам в городе. И у нас кто-то фельдшерцы, которые дают коляски, эти коляски нам дают сроком на 4 года. Вот эти коляски, да, они быстро ломаются, то портятся, то колеса, то всякие причины, они так не выдерживают 4 года. И ребята очень нуждали в этих колясках. Теперь, благодаря электроприводным инвалидным коляскам, люди с ОВЗ могут спокойно и комфортно передвигаться по городу в любую погоду. Я особую благодарность хочу выразить Арсену Базаеву, который позаботился о том, чтобы мне выдали коляску. Большое спасибо ему и всем, кто в этом участвовал. Мне сейчас очень легко и могу передвигаться, как бы, да, везде быть и кататься. Депутаты муниципалитета, общественники и меценаты периодически оказывают различную финансовую поддержку маломобильным гражданам. Так, в минувшие дни председатель общественной палаты города Каспийск Альберт Ахмедов оказал необходимую помощь людям с ОВЗ. Спасибо за то, что он недавно нам подарил пандус, переносной пандус. Пандус сделан из материала дур-алюмин. И пандус, вот оно имеет такое значение, преодолеть небольшие препятствия в городе. Вот типа, по большому сожалению, у нас не все кафе-бары оборудованы под пандусами. На высотой 3 ступеньки я могу поставить этот пандус и специально сам без посторонней помощи преодолеть. Кроме того, у переносных пандусов есть один самый большой плюс. Они компактны и легко транспортируются.